7 марта 2019 года в Медакадемии Кыргызстана имени Исаака Ноевича Хумбаева впервые состоялась Олимпиада по семейной медицине, посвященная 80-летию вуза с участием 10 студенческих команд. Олимпиаду открыл проректор КГМА по научной и лечебной работе профессор Андрей Сапуев. Поприветствовать всех участников Олимпиады, хочу поприветствовать членов жюри, хочу поприветствовать оргкомитет с таким знаменательным днем в истории нашей медицинской академии. Это день первой Олимпиады по семейной медицине. Студенты состязались по блиц-опросу, ситуационным задачам, домашнему заданию и показали практические навыки по ЛОР, акушерству и гинекологии, терапии, педиатрии, а также хирургии. Да. Рождение плода. Мы полностью осматриваем всю грудь. Вопросы не совсем были точно ответы. Что именно этот диагноз вы выставили? Лечение среднего числа заключается в том, что... Обрабатываем руки и забирайте, с чего хотите. Что? Дефект патологии. Идет дефект межжелудочного перехода. Подростка ближе на уровне межжелудка. В общем, так все перекрылось, а у вас чистая часть. В итоге первое место заняла команда под названием «Во все тяжкие» под руководством доцента Насердиновой Чулдыз Мамытовны. Второе место досталось команде «Вапинаторы» под руководством Джумашева Чулпон Майрамбековны, а третье место – команде «Мурасу» под руководством профессора Сатыгалиева Кылыча Сулкайдаровича. Победителям были вручены призы, а также благодарственные письма и сертификаты. Их тепло поздравила ректор вуза профессор Индира Кудайбергенова. Я желаю вам удачи, жюри, до конца довести работу. И я прошу вас извинения, я опять уезжаю на форум. Спасибо вам всем. Спасибо всем. Ну, у нас в стенах нашей медицинской академии проходила первая внутривузовская олимпиада по семейной медицине. Медицине, то есть, которая была посвящена 80-летию нашей медицинской академии имени Исаака Ноевича Хумбаева. Данное мероприятие проводится впервые. Участвовало 10 команд. В каждой команде было до 10 человек. Ну, в итоге примерно около 100 студентов. Олимпиада прошла на очень высоком уровне, очень хорошо. Команды были подготовлены великолепно. А 10 апреля у нас будет уже межвузовская олимпиада, где будут участвовать первые три команды, которые заняли первые места. Вот сегодня состоялась первая внутривузовская олимпиада по семейной медицине. И прошло грандиозно. Мне кажется, это послужит основой для развития, во-первых, семейной медицины в нашей стране, в нашем вузе.